Более 20 тысяч пациентов приняли мобильные бригады медиков в труднодоступных поселениях Хабаровского края с начала года. Очередной выездной прием состоялся в селе Чистополье Хабаровского района. Собственного ФАПа в селе нет, а ближайшая больница находится в 3 километрах. Софья Шульга с подробностями. 9 часов утра. Передвижной медицинский комплекс приехал в Чистополье. Пациентов в очереди немного. Бригады Хабаровской районной больницы приезжают в село каждую среду. Работают несколько часов. Прямо в автомобиле желающие могут пройти первичную диспансеризацию, осмотр и прием по болезни. После осмотра их могут направить на дополнительное обследование в краевые стационары, либо на госпитализацию. Пациент приходит от терапевта с назначением. Здесь мы делаем ЭКГ. Здесь происходит забор крови на клинический анализ. Сахар, холестерин, тест полоски, замерение внутриглазного давления. Виктор Анатольевич приходит на выездной прием не впервые. Раньше наблюдался в больнице в Хабаровске. Из-за больших очередей попасть к врачам не всегда получалось. Или столько времени терять, или вот она. Пришел, проверился, да ушел. Это вообще даже сказка, я не знаю, хорошо, прекрасно. Все рады, я не знаю, все довольны. В селе проживает чуть больше 300 человек, а ближайшее медучреждение – Тополевская районная больница в 3 километрах. Своего ФАПа в Чистополье нет. Сгорел 20 лет назад. Автобус, который сюда маршрутный ходит, да, он ходит в определенное время, не всегда удобно для людей. А здесь по согласованному графику, да, люди уже знают, когда приезжает диагностический комплекс, они приходят, выбирают время. Работа выездных бригад в регионе организована в рамках нацпроекта «Здоровье». Специалистов подбирают по запросам жителей населенных пунктов. Большую нам помощь оказывает администрация Хабаровского муниципального района. Мы работаем в плотном взаимодействии. То есть они информируют население о том, что бригады приезжают. Мы информируем их о том, что мы куда выезжаем. С начала года в Хабаровском крае специалисты осмотрели уже более 22 тысяч пациентов из отдаленных поселений. Провели 216 выездов и более 4000 лабораторных исследований. Софья Шульга, Дарья Лисовская, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».